Береги себя тоже. Доброе утро всем. Лифтолук. Лифтолук. Вот такой рабочий лифтолук. Сегодня я справилась хорошо со своим желудком, я считаю. Я еще не завтракала, заказала на кашку овсяную на завтрак в офис, там позавтракаю уже. А на обед я не знаю, чего заказывать. Ну, посмотрим. Наверное, может быть, в русском ресторане закажу куриный супчик, посмотрим. Вот. Ну и вот, отправляюсь. Таблеток с собой взяла, такси ждет. Всем хорошего дня. Всем добрый вечер. И сейчас уже где-то час ночи. И я увидела такую красоту, взяла мамину камеру, мама уже спит. Просто первый раз я вижу, что вот это чудо, вот это, как его назвать, яхта, корабль, припарковался сюда. Он еще так подсвечен, как будто какой-то корабль призраков. Не знаю, мне это напоминает. Ну, красиво. Вечер всем. Хоть немножко сниму себе, покажу, потому что сегодня не было лифтолука. Сегодня только вот такой домашний лук. Только пришла с работы. Козюлечка моя гуляет. Они поехали с подружкой покататься на коньках в Дубай-молл на каток. И зависли там, видать. Давно не виделись. В общем, гуляют. Получила под дверью посылку от Asos. Посмотрите, в каком состоянии. Я не знаю, там все ли там живое, но, в общем, посмотрите. Поэтому я всегда распаковываю все посылки на видео, не только для того, чтобы снять для своих зрителей, а для того, чтобы еще доказательство было о том, что вот в таком варианте, вот в таком виде я ее получила. Посмотрите. Вот, сейчас я ее распакую, покажу. Конечно, там ничего такого нет. Я давно выписывала, наверное, недели три назад, может, чуть-чуть позже, выписывала Маше бомбер в школу. Ну, так как мы решили уже, что она будет учиться онлайн, то, конечно, ей он сейчас не нужен. В общем, вот так это все растрепано. Надеюсь, все целое, невредимое. Значит, что здесь? Вот здесь вот такой бомбер. Сейчас я его раскрою. Здесь. Так, я уже не помню, что здесь, если честно. Забыла. Давно, потому что было. Вообще, по-моему, 3 единицы я заказывала. А, вот что-то еще есть. А, резиночки. Представляете, вот эти Invisibubble. Вот, я очень люблю их, они действительно очень качественные. Ну и за счет фирмы еще такая цена. Но они очень быстро поднялись на своей продукции. Всего лишь однажды одна девушка просто изобрела такую резинку, которую можно носить вот так же, как я сейчас ношу шелковые эти резиночки от Sleep. И просто она изобрела вот такую пружинку, пружинчатую резиночку, которую одела на руку как браслет. И потом все это дело стало, превратилось в большой бренд и в большое дело. Миллионер девушка сейчас. Так, что же здесь? Есть какие-нибудь соображения на тему, что у нас здесь? А, это очень хорошая качественная расческа для Ахмедушки. Хабиби, it's for you. Она металлическая, такая, знаете, прям... Вот, потому что у него всегда были деревянные, они вечно ломаются. Не знаю, как они там ломаются, но, в общем, у него вечно ломаются. И это вот такой вот хороший бренд. Расческа стоит 100 с чем-то дирхам вот это. Она в таком чехольчике. Прям такая тяжеленькая. В общем, расчесочка это для Ахмедушки. Потому что я его расческу убирала с ней раз в ванну и выбросила. Я думала, если вот человек приедет, он будет думать, наверное, что у него расческа дома есть. А я ее выбросила, потому что она была с кучей поломанных зубчиков. А, поэтому, знаете, я такая жена, выбросила. Поэтому срочно купи новую, незаметно поставь.
Так, но это бомбер, он такой, знаете, какой-то большеватый. Ну, надеюсь, Машулька у нас высокая, знаете, пускай будет лучше чуть большеватый, свободный, чем маленький. Вот смотрите, вот такой вот он красивенький. По-моему, это вот фирма Russell Athletic, Элька, размер Элька. Вот, очень хороший материал, у них еще такие брюки были, я вот уже пожалела, что надо было брать и брюки, потому что ткань хорошая. Вот. О, как раз у Мани вообще, Мани всегда у нас, у нее длинные руки, поэтому проблема рукавов будет здесь решена. Ну и, в принципе, воротничок очень аккуратно сделан. И еще и цвета такие, знаете, российской школы, то есть здесь R стоит, еще очень хорошо, мне кажется, подойдет, даже без эмблемы русской школы. Хотя школа всегда просит, что если вы покупаете какую-то вещь, близкую, схожую с формой, принятой в школе, то обязательно, чтобы на этой вещи, значит, наклеиваете или там нашиваете такую же эмблему. Вот, ну посмотрим. Бомбер ее ждет, длинненький. Посмотрим. Мне кажется, ей понравится. Ей так понравилось, и мне тоже и воротничок особенно понравился, как сделан. Такой жакетик. Все. Еще я сегодня примчалась домой сразу после работы. Хотели встретиться с Машулей в Дубай-Молле тоже, чтобы там купить ей... Она нашла репетитора по английскому, и чтобы там купить книги для занятия с этим репетитором, который посоветовал нам эти книги. Но мне позвонили опять стилист и сказал, что коробка ваша с вещами, Елена, с образами, уже готова. Поэтому мы привезем ее сегодня. И поэтому я говорю, Маш, тогда я уже пойду, чтобы они не оставляли эту коробку, потому что если у нее стоимость такая же будет 9-10 тысяч дирхам, конечно, они на свой риск ее оставляют возле двери. Но я лучше пойду и встречу их, а они не пришли, зараза такие, ну ладно. Еще мне сегодня коллега, я часто делаю своим коллегам какие-нибудь маленькие сладкие сюрпризы, знаете, там покупаю какую-нибудь там конфетки, набор какой-нибудь небольшой, и делюсь с каждым, накладу им на стол, и, соответственно, тем самым и мне меньше достается, да, то есть я меньше этого ем. И вот он сегодня мне, я ложечку откусила, он принес, угостил японским вот таким вот, как это правильно называть, бисквит японский. Вот, очень нежнейший, вкусный, но я, естественно, не стала его есть. Принесла Машульке попробовать. Завтра, на завтрак она его слопает, может. Вот. Дома чистенько, посуды нет, смотрю. Хорошо. Расстраиваться нечему. Расстраиваться маме нечего. Единственное, что Маша, она вот, знаете, да, она вот не кушает. Я вот смотрю. Как мы готовили эту картошку с сосисками, так она стоит, представляете? Вот я не знаю, чем она сегодня питалась, просто не знаю. Вот сейчас проверю сладости, конечно, потому что сладости-то уменьшаются. И я против этого, она знает. И она знает, что если я начну считать и сладости, сколько осталось, то она, конечно, перестанет их есть. Так, коробку надо куда-то убрать. Последний раз... Когда заказывали лекарства, нам подарили вот так 50 масок в наборе. Представляете, как здесь хорошо все устроен маркетинг в аптеке. Заказываешь там себе капельки. Капли я заказала, две бутылочки для Маши. И себе заказала два лекарства для кишечника и для желудка. И вот нам положили целую пачку масок. А, еще был маленький вот такой вот карманный спрей для рук. Вот такой санитайзер. Только, ну, он тоненький, что его можно в карман прям складывать. Я не знаю, Маша, наверное, его с собой забрала, потому что он очень удобный. Вот, выкидываю маску. Хотя, знаете, мне так жалко ее выкидывать. Думаю, блин, я же ее одела утром сегодня. Буквально в такси доехала до работы, положила в сумку. И сейчас опять одела с такси домой. То есть, фактически, я не носила. И вот, а уже рука тянется, знаете, выбросить, потому что это типа использованная маска. А, пойдемте, я вам еще покажу кое-что. Так, постель заправлена, надеюсь. Заправлена буграми, но заправлена. Буграми постель. Так, надо убрать это вот. Это сразу создается, знаете, впечатление такое больного человека, когда много очень лекарств. Еще и на солнце лежали. Ну, молодец, Лена. Так, я купила себе... Ага, Маша пыль вытирала. Судя по тому, что это все переставлено, значит, ребенок вытирал пыль. Молодец. Дочка. В общем, я купила вот такую подставку, помните, не знаю, помните, не помните, в общем, говорила о том, что мне вот эти цепочки некуда вешать, и
Их также, они, особенно вот эти вот цепочки от Tiffany, они прям, если их класть в их оригинальную упаковку, то вот из-за того, что это такая тоненькая-тоненькая цепочка, она прям иногда в узелок завязывается, и просто развязать даже иголочкой, это огромный адский труд. Вот, тут у меня изделие из золота с изумрудиками и с бриллиантами. Это колье как-то папа дарил моей маме, но мама со временем уже мне. Вот. И вообще у нас, знаете, мы с мамой так время от времени меняемся украшениями. Вот. Что у меня тут еще есть? Ну, в принципе, вот это вот у меня со Сваровски, который мне Ахмедушка дарил. Это мне тоже, это мне друзья дарили вот это со Сваровски. Украшение. Это, кстати, вот мое последнее приобретение. Вот такая вот на ленточке искусственный жемчуг. Это вот такой невидимый. Здесь у меня два украшения Ахмедушка, которые дарила Тиффани. Что? А, вот эта вот цепочка с жемчугом золотая. Это мне муж дарил на, не помню какой, по-моему, какая-то годовщина нашей свадьбы была или что, в общем. Что еще? Вот этот набор мне подарила моя подруга с другом. Мы ездили когда в Азербайджан, они там складывались, да, привезли мне подарки. Кстати, хотите, сразу покажу, что у меня тут есть. Это, так сказать, сейчас, секунду. Вот, смотрите, богатство. Мое богатство. Так, что здесь? Это, значит, кольцо с рубином. Это от мамули. Вот это вот тоненькое, кстати, надо повесить. Это тоже цепочка. И эта цепочка с Ахмедушка дарил как-то на Новый год, когда мы только приехали. И у нас бриллиантами. Так, вот так, не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, вот так. У них здесь, конечно, все изделия вот на таких тонюсеньких цепочках. С одной стороны, вроде хорошо, но с другой стороны, одна, вот две даже таких цепочки у меня порвались моментально. Это, значит, мамулечка мне дарила. Это мне дарил Ахмедушка. Это помолвочное кольцо. Это бриллианты, не пугайтесь. Вот так вот оно сверкает, светится. Очень красивое. Конечно, потратился он тогда. Это мне предыдущий муж дарил. Это от мамочки. Тут кольцо такое массивное с коричневым топазом. И, по-моему, к нему есть серьги. Серьги. Вот. А, это вот серьги с бриллиантами, с рубином. Вот к этому кольцу. А вот к топазам вот такие. Простите меня за мой маникюр. Есть запись, жду. Так. Вот такие серьги. С топазом. Это вот коричневому топазу. Так, это мое колечко, которое я сама себе дарила, прозрачное. Это бриллиантик на нем. Я уже говорила, что я люблю такие прям вот минималистичные вещи и какие-нибудь с каким-нибудь бриллиантиком. Так, тут у нас два набора колец разного размера. Одни мамулечка Маша привезла, одни мои. Так, тут у меня сережки тоже древние уже с голубым топазом. Машульки, а тут они такие, знаете, прям молодежные. Подвесочка. Если это Ахмедушка дарил Маше тоже. Новый год он мне подарил вот такую цепочку. У Маши была другая цепочка. Тоже вот с таким изделием и с бриллиантами. И та цепочка порвалась сразу. И вот это изделие пока, подвесочка здесь лежит. Это кольцо. Тоже оно у нас вот к этому можно набору его. Изумруд и бриллианты. И такое вот оно нежненькое. И к этому кольцу есть вот такие серьги с изумрудом и с бриллиантами тоже. Вот такие. Вот. Что еще есть? Вот к этому набору были другие сережки, но не помню сейчас, где они порвались или что. Есть вот такие. У меня тоже с жемчугом. Золотые серьги с жемчугом. И к ним есть колечко. Колечко не знаю где. Так, это тоже серьги. Что здесь еще есть? Есть браслетик, он больше вот к этому, наверное, вот к этой цепочке подходит. Браслет. А вот Ахмедушка мне дарил тоже кулончик такой из трех видов золота. Тут белое золото, желтое и розовое с бриллиантиками. Тоже лежит пока здесь. Крестик мамулечка мне дарила.
Так, тут у меня Пандора все изделия. Тут тоже Пандора. Так, вот это вот с рубинами и с бриллиантиками тоже. Такой вот такие серьги. Симпатюшные. Так, это серьги к наборам от Сваровски. Вот такие. И вот такие. Очень нарядные, яркие. Вот зеркалит. Кольца Пандора. Пандора. Ну, Пандору сильно показывать не буду. Пандора и Пандора, что их смотреть. Такие разные. Я вот так вот это носила. Вот так, тройне. Вот, вот такое тоже. Так, ну, там что-то еще есть. А, это... Вот у меня есть цепочка порвалась из белого золота. Это мой подарок от хорошего человека очень. И она у меня порвалась, и теперь я даже не знаю, где ее сделать. Хочется, чтобы хороший ювелир был. А вот здесь подвеска лежит. Тоже нужна цепочка. Вот я думала, на нее, она из белого золота цепочку, думаю, отремонтирую и повешу вот эту подвесочку. И что тут у меня еще какая-то подвесочка с золотом есть. Так, давай колено все. А, ну вот такая еще подвесочка есть, лежит без дела. Новая, видите, еще с пломбой даже сейчас покажу. Вот такая. Такая аккуратненькая. В общем, это все ждет. Это новое прям изделие. Это Соколов, получается, была подвеска черная, серебряная. А та... Не знаю, какой, но там золотая подвеска. И вот на... это на ремонт. А это безделушки, украшения обычные просто лежат. Вот, я вам показала кое-что из своего богатства, которое лежит, и я не ношу. Также у меня есть шкатулка, где можно найти что. Это часто те вещи, которые я ношу повседневно, поэтому они здесь. Обычно последние мои все приобретения. Это, по-моему, Zara серьги. Очень мне нравятся они. Вот эти вот серьги Кос. Вот, вот эти Кос. И вот эти серьги Кос. Вот, они мне очень нравятся тоже. Так, эти я на пляж обычно одеваю. Может, вы видели уже видео. Обычно такие простые, не знаю. Так, вот эти тоже последний раз покупала. Не помню уже где. Такие легенькие. Эти я покупала в Banana Republic. Что здесь еще? Так, вот эти мне подарили. Серьги тоже. Надо будет отсюда их вытащить, потому что такие маленькие я обычно здесь не храню. Вот она. Сейчас я их уберу. Здесь только крупные изделия. А вот здесь тоже маленькие, которые я часто ношу. Вот у меня серьги к тем, к той подвесочке, к тем подвесочкам есть, которые мне Марина с Ромой подарили на прошлый год. Так, вот этот вот набор мне подарила Анжела с Благовещенска. И вот к нему кольцо. Так, что у меня тут? Вот это у меня Изабель Моран серьги. Тут не помню. В общем, тут есть Пандора. Это тоже Пандора. И, в принципе, все. И тут, по-моему, это Zara. Вот эти. Ну, и там миленькие еще какие-то есть. Такие. Ну, в общем, все показала. Часть я отдала Маше, включая некоторые золотые изделия, даже некоторые с бриллиантами у нее там где-то. Вот. По-моему, там больше ничего. Да, часы у меня есть. Есть вот такие. У меня спрашивают, что же часы. Это обычные уже старенькие у меня часы. ГЭС. Потом у меня есть от Versace. Вот такие. Versus Versace. Вот, мне очень нравятся. Они такие, знаете, силиконовый ремешок. Они такие прям цельные. И у них желтый циферблат. Он красиво так смотрится. И не знаю, как показать, но, в общем, мне нравятся они. Они были в такой красивой упаковке. Купила как-то, ехала, летела куда-то и купила в самолете. В самолете Duty Free. Так, что еще? И вот такие у меня есть Tommy Hilfiger, но у них уже батарейка села, и я их очень давно не носила. Но они такие полуспортивные, знаете, вид casual. Поэтому... Так, там все пусто. Да, там все пусто. Все. Это все, господа.
я вас посвятила в свои закрома. Вот. Ну вот теперь, вы знаете, когда вот так развешено, ты хоть можешь сразу быстренько подобрать что-то. Когда это все в куче лежит, это оно лежит и лежит и лежит. Ты не носишь это месяцами и годами. Вот, поэтому выписала на Amazon. Очень быстро пришло, буквально на следующий день. Поэтому мне очень нравится. Качественный такой. Была черная и вот была такая вот белая с таким стальным серебряным верхом. Ну, в общем, смотрится нормально. Не знаю, как по поводу пыли, естественно, может будет как-то собирать, но я время от времени все равно все средства мою, чищу. У меня есть специальная ультразвуковая машинка для чистки и есть также жидкость еще отдельно. Вот. Вот такая мини-экскурсия. Сейчас, наверное, я что сделаю? Я, наверное, поглажу. Кстати, сегодня, не хочу хвастаться, но сегодня одна из коллег заметила, что я похудела. И действительно, вот эти штаны, они не то, что стали на мне висеть, они вроде как стали как раз, но при этом вот здесь они стали прям очень широкие, очень прям вот. Я даже сама с ней одевала, я такая думаю, ого. Я не могу сказать, что я прям сильно похудела, но, по крайней мере, по сантиметру, даже если точно убралась с каждого бока, то это заметно. И даже эта блузка, она не такая была широкая мне, как вот сейчас. Вот, поэтому медленно, но верно, без вреда, пожалуйста, для своего здоровья нужно идти к цели. Вот, а не как раньше мне хотелось. За месяц потеряю сейчас 10 килограмм. Надо за месяц. Нет, не надо за месяц. Надо просто образ жизни такой, знаете, поставить цель. Все, живу до конца дней вот с таким образом жизни. Смотрю на свой ботокс. Вроде как подействовал уже. Уже все. Вот удивляюсь, и видите, ничего нет. Сюда морщусь, там просто какие-то немножечко еще волны, но... И мне нравится, когда я улыбаюсь. У меня вот тут нету такой прям гусиной, как, знаете, как прям такие складки сильные. Ну все. Маша сейчас вспомнила. Перед тем, как ехать сюда, звоню Маше и говорю, что Машенька, я не приеду в Дубай Молл, потому что ну, там нам посылки должны привезти с вещами, эту посылку с образами. Поэтому я их встречу. И спрашиваю у нее, говорю, а ты когда домой? Она, да, хорошо, не, ладно, тогда я приеду. Я говорю, а ты когда домой? А когда надо? Я говорю, нет, ну это от тебя зависит, конечно же, как я могу сказать, когда надо? Ты вроде как пока на каникулах, да, то есть, ну, Дубай это все-таки такой действительно безопасный город, у меня здесь нет такого страха, как есть страх, например, когда я в России, когда там в темное время суток идешь, или там неосвещаемая часть улицы, и я помню, как я даже пробегала эти моменты. Эту неосвещенную часть, и вроде уже будучи таким взрослым, адекватным человеком. А здесь она с девочкой, и она говорит, ну, мы приедем, ну, скоро приедем. Ну, я говорю, ну, вот, настало то время, когда мать будет сидеть теперь и ждать тебя дома. Ну, вот, подожду, потом скажу, во сколько приехала гуленка моя. Молитва заиграла. Так. Тем временем мне пришла коробка очередная. Давайте посмотрим.